Зараза такая, а? Живучая попалась. Оболочка 223 рем, барнаульская, бил в угон, получается, попал, наверное, вот так в бок вошло, короче. В общем, ее сильно порвало, всю бочину вырвало. Расстояние близкое, метров, наверное, 20. Раньше я не мог стрелять, она была за кустом. А так красивая лиса, конечно. Кто это у нас, по-моему? Наверное, самец. Точно. Я когда подходил, так хвост выгнул, на манок шел. Серьезный парень, видимо. Ну что, уважаемые телезрители, всем привет! Очередной любитель зайчатины ликвидирован. Это очень хорошо, что он прибежал, в конце концов, на манок. А то я уже начал думать, что эти благодатные места совершенно пустынны и необитаемы. Здесь всегда было много лис, но сегодня мне пришлось долго ждать его появления. На поле я его не заметил, значит, где-то он находился в этой балке, возможно, где-то в норе, и только под вечер он вышел на охоту. Шел уверенно на манок, изогнув хвост, явно серьезный парень. Подпустить мне его пришлось близко, так как он шел, прикрываясь кустами, я не мог встретить его выстрелом на более дальнем расстоянии. Лиса, естественно, следуя своим правилам, заходила на ветер, и в конце концов он меня причуял и постарался убежать. Но метким выстрелом все-таки я его догнал пулей. Лис упал, перевернулся. Но вот все-таки оболочка барнаульская, она немного живит. И это дало возможность лисовину подняться и сделать последнюю в своей жизни пробежку. Находился я здесь долго. Полдня проходил по этим местам. Потом еще, наверное, сейчас сидел в этой лесополосе, наблюдая за округой, хоть не на манок, но думал, хотя бы посмотрю на здешних обитателей, увижу, может быть, лис на полях. Несколько раз манил, высматривал, и только под самую ночь прибежала эта лиса. И это только подтверждает правило: если долго сидеть на одном месте,
лиса обязательно появится.